Сегодня уже 20 июня. Спекла творожную запеканочку. Попробовала ее сразу. Теперь вот сижу, смотрю на нее. А кушать нельзя. Потому что сижу на диете. 8:16. Последний прием пищи в 4. Не в 4, а в 16:00. А первый прием пищи где-то часов 7 утра. Да. Где-то часов 7 утра. Иногда 6:30. Последний в 16:00. Вес уходит медленно, но уверенно. Попробовала, и мне понравилось. Такой большой перерыв между приемами пищи меня вполне устраивает. Без напрягов прям. Ну, вот. Вкусно получилось. Очень вкусно. Добавляла сюда не муку, а манку. Муку не люблю. С изюмом. Такая она получилась в разрезе. Ну все, всем пока-пока.